Яркое солнце и жара по 30 градусов. Май в этом году – настоящий летний месяц. Тем не менее, специалисты предупреждают, пляжи пока не готовы к сезону. Чистое дно, готовые кабинки для переодевания, душевые, спасатели на постах. Пока всего этого на пляжах столицы Чувашии нет. Все потому, что официально не было открытия сезона, пляжи не приняты специалистами, а значит, купаться здесь пока запрещено. Хочу вас предупредить, пляжи города еще не открыты, не готовы. Вода 12-15 градусов, холодно, купаться запрещено. К сожалению, есть случаи, когда уже смельчаки идут в воду, купаются, но нужно сказать, что пляжи еще не готовы, песок, вода не проверены, дежурства спасателей еще здесь нет, медработников дежурства нет. Поэтому я призываю всех беречь себя, могут быть несчастные случаи. Работы по подготовке пляжей уже идут. В планах взять на проверку пробы песка и воды, обследовать дно, завести песок. Все 4 городских пляжа будут готовы к 1 июня. Юлия Важенина, Бахтияр Велиев, Республика.